всех витаю, дорогие мои друзья. Сегодня погода. Ну, вчера было лучше, скажи. Солнечно. Да, и прям хотелось на улице ходить. Я ничего не снимала вчера, пробездельничала. А сегодня мы решили с Тамарой. Ну, мы вчера тоже проходили, сегодня тоже пройтись решили. За продуктами. Дело вкуснее идет, и хочется больше на воздухе быть. Да. Зимой всегда холодно и сыро. Ага, осторожно. Дома посидеть, теплее. А сейчас что-то все больше тянет на улицу. На улицу. Галя звонила, сказала, что вчера у них в Германии было 11 градусов тепла. Да. Ну, у нас тоже обещают не 11, но 5-6 обещают где-то в субботу, да? Угу. 8 вот обещают. Так мне надо идти, чтобы тебя видно было. А то сбоку не очень хороший ракурс, да? А видите, у нас и снег весь растаял, у нас тоже весенняя погода. Снег растаял, зеленая травка вон даже появилась. А, вон маленький островочек есть вот. А я с палками. Шиповник, смотрите, уже что осталось от шиповника. Мало ягод. И вон бирючину тоже сейчас покажу. Съели уже птички. Но осталось еще им. До мая хватит им еще. Птичкам еще кушать и кушать. Вон, смотрите. Вот. Пробки у нас. А, столкнулись две машины, авария, значит. Фуры столкнулись именно вот здесь. Дальше, видите, там уже нет. Невозможно вообще машинам проехать. Ага, и все машины стоят вообще. Сколько машин стоит. Да. Тамара, кофе зайдем к Кате пить? Ну да, я как же. Ритуал мы должны соблюсти. Да. Стоят машины. Он с ней. Ой, надо выпить кофейку. Сегодня ночью я что-то не спалось. Военно-воздушная тревога была. Мой телефон Тамару разбудил. Разбудил воздушная тревога. У меня воздушная тревога кричит и на всю. Не могу уснуть. Утром только отбит долго очень. Ну, отключить. Крылатые ракеты на Украину сегодня. Прилетело, да. Прилетело. В инфраструктуру попало. 16 попало, говорят. Под утро уснула, потом что-то опять. Тамара, да, не спала сегодня всю ночь. А я спала. А я спала. Выпьем, взбодримся, давай. Давай. Для чего я палки взяла? Все равно с ними не иду. Заходим пить кофе. Добрый ранок. Тортик, тортик. Катюша, он что-то готовит, видите? Тут же она и готовит. Тут же и вкусности. Смородиновые. Тирамису. А вот это что за название такое? Где? Вот второе вот это вот. Это лимонный тарт. Лимонный тарт. А Павла, мама ее, Павла. Все время смотрю и плачу. Нельзя. Сладости такое. А вот посмотрите, какой интересный вообще рулетик сладенький. Наполеон. Мы Наполеон вчера сделали. Вот сходили в магазин, купили яйца. Смотрите, какая красивая коробка. Петрикиевские традиции. Такие вот яйца. Петриковская роспись. Очень красивая есть. Вот. Здесь на коробочке-то. Не, ну мы разных фирм покупаем. Просто что эту коробочку хотела вам показать. Мне очень нравится такая роспись. Так, яйца. Очень яйца быстро у нас уходят. Печем же. Туда-сюда. Я вчера беляши пекла. Сметану, потому что я голубцы. Ой, со вчерашнего дня готовлю. Яйца. Так, Тамар, почем? Давай. Яйца 60. Так, вот чек.
Сейчас. Морковь 29,90 килограмм стоит. Так, сметана 380 грамм 47,60. Дальше яйцо. Петрикиевские стоят 63,30. Это петрикиевские 63,30. А вчера я еще видела яйца по 59, что ли, да, Тамар? Не помню, сколько вчера по 59 чем-то я видела еще яйца. Нет, если в разрез, оно есть дешевле, да, 50 чем-то. Да, так, сметана еще одна 47,60 и 63,30. Молоко 38,90 минус скидка. Вот это скидки, кстати, вот. Тогда получается яйца 63,30 минус 2,32. Все со скидками. Молоко 38,90 минус гривна 42. И яйца злато 63,90. А они дороже даже вот эти злато. Дороже. Так, что еще? Вот морковку. Видите, морковка какая в супермаркете продается. Ну, знаете, мы попробовали ее. Она такая сладкая-сладкая, поэтому решили брать. Есть очень красивые, прям такие, знаете, одна в одну, такие вот длинненькие, красивенькие. Но дело в том, что они не такие сладкие. А вот эта морковка очень сладкая. Такая форма коническая у нее. Она, конечно, грязноватая. Надо будет ее мыть обязательно и чистить. Но зато она сладкая, как будто только что из грядки. Вот. Вот такая есть форма. Ну, вот такая. Но очень вкусно. Сладкая. Морковка, конечно. Интересно, здесь пишут или не пишут. Ой, упала. Откуда она? Ничего не пишут. Ладно. Так, вот все. А, ну и молоко. Вот сегодня наши покупки. Обычно мы покупаем молоко пряженое, топленое. Но в этот раз... Это для теста, для такого всего. Всех витаю, дорогие мои друзья, поближе вам. Хочу вам показать, как я складываю кульки. То есть дома принесли, продукты разложили. И как я складываю кулек, чтобы был компактным. И еще хочу сказать, что готовлю голубцы. Вы скажете, сколько можно? Недавно Люба говорила, что ты в Каневе готовила голубцы. Ну... Видите, как я вкусно готовлю голубцы, что все время просят, Люба, сделай голубцы, блины и так далее. Беляши вчера еще делала. Вот. Ну, голубцы у меня, я вчера вечером их сделала, поставила тушиться, они мне часа два тушились вчера. И сегодня еще поставила, сейчас на тихий огонь, пусть немножко подогревается. Сделала их очень много. Потому что, во-первых, любят, во-вторых, гости придут, угостим. Так что голубцы у нас сегодня. Так, показываю кулек, как складываю. Телефон так выставить, чтобы видно было. Значит, вот так сложила сначала кулек, как он должен был быть. Вот так вот. Здесь вот так расправляю его со всех сторон. А потом вот так. Сейчас вот так, может, поставлю, да? Потом вот так. Раз. Два. Видно? Три. Вот так сложила. Ручки тоже обязательно распрямляю. Вот так вот. Давайте поближе вам покажу, как треугольником складываю. Вот так. Раз. Два. Три. Вот видите как. Ой, давайте вот так, может, покажу, чтобы лучше было видно. Вот так, раз, два, я теперь через экран. Раз, и теперь можно сложить вот так, а можно вот так. Смотрите, вот, сложила. Все, смотрите, кулек. Так, покажу на черном кульке. Вот я белый сложила. Вот я сложила. Сейчас на черном кульке покажу. Лучше будет видно. Значит, берем кулек.
распрямляем его. Так вот, распрямили полностью. Теперь вот так складываем. Раз, два, три. Сложили. Здесь вот ручки тоже обязательно надо сложить. Смотрите, раз. Складываем здесь треугольник. Дальше два, три. Вот так. А вот это вот сюда, вовнутрь. Вот так. Все. Вот такой вот треугольничек получается. А быстрее это вот так, когда я не смотрю в телефон, а делаю. Занимает буквально пару секунд. Раз, раз, раз. И вот так. Вот и все. Сейчас вам еще Тамара продемонстрирует. Вот другой так. Способ. Такой же, только вот. Такой же, только в два раза заворачивает. Вот и все. Голубцы готовятся у меня здесь. Покажу вам. О! Видите? Целый баняк. Хотела сделать меньше казанчик, но попросили больше сделать. Поэтому вот. Листьями накрыла, и оно у меня вот так вот тушится. Я делаю эксперимент, но не удастся. Может, я неправильно что-то сделала, может, вы мне что-то подскажете. Поэтому хочу вам показать. Смотрела вы в Инстаграм или в YouTube Shorts, наверное, скорее всего, лайфхак, как очистить сковородку. Я вообще-то купила средство, уже давно заказала это средство, но никак не могу начать им работать, потому что постоянно я в разъездах или еще что-то. Я вам покажу, как оно действует, но уже тогда, когда я приеду с Карпат. Я, кстати, еду к Наде в Карпаты, подруге своей Наде, ненадолго. Приглашает Надя меня к себе в гости. Надя, Витя, привет, скоро буду. И смотрите, сейчас этот лайфхак вам покажу. Может, я что-то неправильно делаю. Вчера сделала и не получилось. Но сегодня еще раз попробую. Я думаю, должно получиться. Сейчас посмотрим. Потому что я вчера забыла средство мыть посуду, короче, забыла. А сегодня сделаю обязательно. И сколько надо его держать, тоже подскажите. Потому что там в интернете не пока. Ну, вон Тамара, Тамара, смотрите, что делает. Устроилась на полставки. Чик-чик-чик. Хочу быстренько. Он моет швабры. Вытираем свои ноги, чтобы ты не подскользнулась. Давай. На воде. Вытираем ноги и идем смотреть лайфхак. Сковородка. У нас много разных сковородок, но вот эта чугунная очень нравится, даже ручки не, зато мы ее и в духовку можем ставить, и что хочешь. Ну вот она пачкается так быстро. И сковородки, которые новые, они же нельзя даже ложкой скребануть. А хорошо эти чугунные можно и скребсти, скребком, чем хочешь. Короче, такой лайфхак был, сейчас я вам показываю. Берете ложку. Сначала мокрой водой нужно вот так вот намочить, так? Ладно, даже не будем мы трогать. Теперь соль. Берем соль и насыпаем солью вот так. Чик-чик-чик-чик-чик-чик. Все, насыпали соль. Побольше уже. Я не жалею. Так, следующий. Следующая сода. Сода. Так, соды побольше тоже не жалея. Сделаем, попробуем. Может, получится. Так, а теперь средством. Ну, средством... Сейчас. Все. Слишком много, наверное, даже я этого средства сделала. Теперь сейчас... А ну теперь тряпкой попробуем вот так. Там даже тряпкой не делали так, а я думаю, а как надо же, чтобы оно совместное было, так? Так. Ну там показано, что сразу нужно убирать. А я даже ночь держала, видите? И оно не... Дальше было показано, что бумагой надо вот так накрыть. Для чего это бумага накрывать, не знаю. Так.
наверное, оторвался. Вот так. И теперь поливаем уксусом. 9% у меня. Давайте польем уксусом. Все, ждем. Ну, сколько мы с вами подождем? 5 минут. Я же говорю, я даже на ночь оставила. Ну, забыла средство для посуды. Для посуды налить. Так, ждем. Так, прошло 5 минут. И давайте пробовать. Там вообще было показано, что только намажь, и надо сразу же и снимать. И оно раз, и сразу уходило. То ли ТикТок, где я видела, не знаю, мужчина показывал. Нет, вот здесь так и было. Это не от этого. Я не знаю, сколько надо его держать. Не, давайте я попробую железной теркой даже тереть. И не думает. Еле-еле вон что-то. Может, еще подержать? Не знаю. Короче, эксперимент пока что не удался. Так, держим. Потом расскажу еще. 5 минут нельзя. Надо. Ну, я и нож держала, правда, без средства, но видите, никак. На балкон поставлю. То уксусом воняет на всю квартиру.